Власти Ирака обвинили Турцию во вторжении и нарушении суверенитета страны. Багдад возмущен переправкой в район Мосула нескольких десятков бронемашин и полутора сотен военных, якобы для обучения курдского ополчения. Этим утром было распространено заявление премьер-министра Ирака с требованием незамедлительно вывести войска. При этом в коалиции, возглавляемой США, подчеркивают, что не имеют к происходящему отношения. Анкара все делала самостоятельно. Между тем, ВВС Турции прекратили боевые вылеты в Сирию после того, как сбили российский самолет. Об этом сообщило агентство Рейтер, и якобы пауза взята по рекомендации Вашингтона.